Ого, телефончик, похоже. Какой классный. Ой, мужчина, вы что, телефон нашли? Ну да. Ну-ка покажите. Так это же мой телефон, я его потеряла. Это мой телефон. Спасибо вам большое. Я вам сейчас вот на пивко вам 100 рублей. Спасибо. Ну я виски пью за 5000. Какое пивко за 100 рублей? Вы что? Ну извините, у меня тоже не айфон. Лучше бы я вообще не поднимал. О, Оксаночка, будешь чипсы? Смотри, купил. Ген, какие чипсы? Давай сюда, уже поправился. Посмотри на себя, как ты поправился. Я тебе вот абонемент купила в бассейн. Будешь ходить на год целый. Это точно бассейн карточка абонемент, да? А кем бы ты хотела быть в следующей жизни? Каким животным? Каким животным? Ну, ага. Не знаю, наверное, собачка хотела бы быть, вот. То есть тебя все устраивает, жизнью довольна, менять ничего мы не хотим, да? Чего? Ну, понятно с тобой все. Юша, что он несет? Какую-то дичь. Да, Геночка, поза, ты стал спортом-то заниматься. Почему? Ну, мы на море уже завтра едем. Ну и что? И что ты думаешь, успеешь похудеть? Слазь давай. Ну, я похудеть-то не успею, но хотя бы буду в отличной физической и спортивной форме. Ну, давай, давай, беги, беги. Главное верить в себя. Охренеть, а. Охренеть, блин. Охренеть. Ну, что вы в парке так это разговариваете? У вас что-то случилось? У меня жена родила. Так это ж здорово. Тройню. Ну и ты еще лучше сразу отстрелялся. И все негры. Охренеть. Ой, фортануло, да? Наташа, это Гена. Я вот тут вчера 5 твоих фотографий лайкнул. Ты хоть скажи, где ты живешь-то? А то меня жена из дома выгнала и говорит тебе идти. А я не знаю, куда идти даже. Спасибо. Ген. А? Слушай, а ты у меня такой красивый, успешный, умный. Что, денег опять надо? Да нет, мне вот просто интересно, почему ты выбрал именно меня? Что, тебя тоже это удивляет? Я вот сам даже не знаю. Мужик, а? Ты спортсмен? Не. Красно-белая? Ага. Поднажми, через 5 минут закрывается.